Друзья, всем привет! Вы на канале «Чем побриться», и сегодня я буду тестировать вот такой набор, купленный в магазине Dixie всего за там 250-300 рублей, точно не помню. Явно какая-то акция, подарок. Вот, значит, бритва Дионика с тремя лезвиями. Я в свое время тестировал Дионику вот с пятью лезвиями. Да, смотрите видео, будет вот в этом углу ссылочка. Да, сейчас появится. Вот, а результат, честно говоря, не помню, но его можно посмотреть в нашем рейтинге, который находится в описании. Документ Google таблицы, где мы ведем рейтинг брит по разным критериям. Вот. Когда будете проходить в описании, не забудьте подписаться на канал, тем самым вы поддержите его. Подписчиков очень мало, просмотров мало до сих пор. Вот. Развитие канала плохое. Вот. Но надеюсь, что вы поддержите канал, оцените видео, обязательно подпишитесь колокольчиком, будете смотреть мои обзоры. Вот. Ну, давайте мы, собственно говоря, откроем эту бритву, этот набор. У нас тут что входит в него? У нас входит, сейчас я вам скажу точно, пена для бритья. Я, конечно, не очень люблю пену, но она вот ей большой такой флакончик. Вот. И, собственно говоря, сама бритва с тремя лезвиями. Вот. Вот смотрите, такая вот как крышечка очень интересная. Бритва ходит в одной плоскости, причем такой хороший ход, плавный. Но, правда, что-то скрипит. Открываем защиту. Защиту открывается легко. Что мы тут видим? Три лезвия. Очень хороший проход для волоса, для длинного волоса. У меня сегодня пятидневная щетина. Длинный достаточно волос. Есть слой натяжителя прорезиненный. Есть смазывающий слой. Вот он, прорезиненный натяжитель. Очень интересной формы, кстати. Вот. Ручка прорезиненная, очень удобная для держания. Есть кнопочка для вытаскивания лезвия, собственно, бритвенной головки. Соответственно, скорее всего, можно купить и дополнительные лезвия на станок Дионика. Ну, собственно говоря, если посмотреть вот предыдущую, да, версию, то, конечно, эта ручка немножко так послабее сделана. Вот, посмотрите. Тут вот полностью все резиновое. Плюс вот такое вот есть место для держания. Достаточно удобное. Тут такого нет, тут есть просто кнопочка. Если посильнее нажать, то во время бритья может выскочить все. Так, дальше. Ну, собственно говоря, у меня волосы распарены. Я сейчас смочу. И, собственно говоря, сбалтываем этот гель, пену. Вот она взболталась. И... Ух, ё! Вы кто-нибудь это видел? О, это огнетушитель какой-то был в начале. Это ужас. Так, наносим пену. Ну, пена достаточно такая, я бы сказал бы. Я вообще пену не люблю. В данном случае она имеет такую не очень вязкую консистенцию. Да? Просто, ну, вот как бы смазывающий. Смазывает и смазывает. Посмотрим, как он будет в бритье себя покажет. И увлажнение, и так далее. Запах достаточно приятный. Такой мужской аромат. Такой интересный. Ну, жалко, телефон не передает. Да? Ну, приятный запах. Но ощущение на лице, как будто я просто взял мыло напенил и нанес. Нет какого-то такого проникновения на кожу. Такое ощущение, что где-то сверху находится. Ну, не знаю. Это может быть мое ощущение. Так, смажем бритву и поехали. Собственно говоря, тестировать. Ну, так. Бреет, как она. Честно говоря, она бреет лучше, чем
бритва Gillette Sensitive, вот новинка, которая вышла. Обзор тоже будет в этом углу, или в этом углу. Вот. Так та длинный волос вообще не бреет. Я его отложил для съемки, когда у меня будет короткий волос. Я попробую ее еще раз, но она на длинном волосе, даже когда у меня был вот волос, вот как борода, да, она вообще не вставлялась. Я не знаю, как они ее выпустили, для чего. Но в данном случае бреет. Это бреет. Значит, очень хорошо промывается. Увлажняющий слой работает. Так, теперь начинаем бритье лица в труднодоступных местах. Сейчас буду тестировать бритву. Ну, я бы сказал, что бреет достаточно хорошо. Но, насколько я помню, вот это вот пятилезвенный брат или сестра бритва. Сестра тоже показала хороший результат. О, маленький порезик. Но этот порез срезан на тех кожу. Это не порез, который у меня был. Помните, Gillette Metal? Я тестировал бритвы женские. Вот, и одну бритву заменил на Gillette Metal и очень сильно порезался. Ссылочка будет вот в этом углу. Вот. Очень советую посмотреть. И, собственно, да, греем голову. Давайте, ну, как без руки, посмотрим на результат. Так, бритву я, по идее, должен хорошо был забить. Да, очень хорошо вымывается, ребят. Прям она была полная. Так, трогаем, смотрим. Так, вот тут не побрито. Так, по-моему, больше ссылок нельзя давать, больше трех. Я попробую еще одну сейчас сказать. Ребят, посмотрите, пожалуйста, видео, где Брис слепую развязал глаза и комментирую бритье слепого человека, как они бреются. Там мне было очень интересно. И это как бы ответ на вопрос, как бриться на лысо, да, как люди бреются на лысо, ведь они ничего не видят, что сзади творится, да. Все на ощупь, как слепой человек. Посмотрите обязательно это видео. Достаточно интересное. Вот. Как чисто я побрился. Ну, ребят, вот как бы побрил я голову практически. Сейчас будет косметическое. Подводим результаты. Бритва показалась очень хорошо. Цена-качество. Мне понравилось, ручка прорезиненная, все нормально, держится хорошо в руке, бреет хорошо. Единственное, что вот можно посмотреть, когда волос совсем мелкий, остатки выбиваешь, что вот натяжитель, он забивается. Ну, может, так и задумано. Все, ребят, еще раз, были на канале «Чем побриться», не забываем подписываться на канал, лайкать, комментировать «Чем побриться». Да, очень интересно, чем вы бреетесь, да. Скорее всего, люди как бы выбирают себе одну бритву и бреются ей очень долгое время, покупают там дополнительные лезвия и так далее. Мне очень интересно, чем вы бреетесь. Я бы хотел бы тоже попробовать. Есть очень много комментариев. Купи себе Т-образную бритву, там станки хорошие, лезвия хорошие, и не будешь себе иметь проблем. Напоминаю, проблем я и так не имею. Моя задача протестировать как можно больше бритв на нашем рынке, да, чтобы донести до вас, собственно говоря, информацию, чем хорошо бриться, а чем плохо бриться. У меня уже есть много видео, где я забраковал какие-то бритвы, вам настоятельно не рекомендую ими бриться, да, а есть бритвы, которые я рекомендую. Все, подписывайтесь еще раз на канал. Всем пока. Всем пока. Всем пока.